Обзор школьной одежды для мальчика по распродаже. Первое, что на Ванечке мы показываем, это водолазка в светло-голубом цвете. Такую водолазку в первом классе мы уже брали. Качество проверено временем. С ней ничего не случилось. Швы никуда не деформировались. Все осталось на месте, просто что стало мала. И в этом видео также мы старались вам передать из качества самой ткани и качество швов. Это шорты из футера в черном цвете. Цвет намного ярче, интенсивнее на самом деле, чем здесь на видео. Два кармашка, очень удобно на завязочках, что тоже немаловажно для нас, потому что можно регулировать пояс. В темно-синем цвете взяли такую же водолазку. Цвета выбирала так, чтобы можно было и как парадное что-то одеть, и удобное, и не маркое, в более таких темных оттенках, чтобы можно было не так часто менять одежду. Брали все в 140 размере, поэтому немножко великовато, но я думаю, что во втором полугодии уже все это дорастет. Обычно так бывает. Это футболка поло с длинным рукавом. Воротничок вы видите, что немножко с такой мелкой вязкой, а сама основная ткань такой трикотаж, очень приятный, нежный. Вот в белом цвете и в сером цвете тоже цвета подходящие для любого случая. Опять-таки, вот эти вот полосочки, их не будет видно под жилеткой, ну, кроме воротника. Замечательное качество. И посмотрите, какие цены. Идет распродажа, 4 вещи по специальной цене. Те, кто имеет личный кабинет, у тех скидка еще дополнительная 20 или 26%. Выходит очень экономно.